Творчество художников очень многогранно. За их плечами десятки международных и российских выставок. Их произведения находятся в музеях и частных галереях в России и по всему миру. Дмитрий Аверьянов представляет зрителю свой цикл картин, объединенных общей темой «Стихия». Цикл работ появился в результате размышлений автора о том, как различные стихии похожи на человеческие чувства. Человек становится властителем этих стихий, а иногда и подчиняется им. Появление данного живописного цикла в зале органной музыки как раз созвучно именно вот с этой тематикой. То есть стихия воды, стихия огня, стихия гор перекликается с музыкальными циклами. Очень похоже, например, вот есть у великих музыкантов там времена года. Основные темы работ Юрия Новикова – это городские мотивы, пейзажи Красной Поляны и неповторимые виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург Новикова – город мистический, полный огромной внутренней энергии, одновременно возвышенный лирически. Юрий Новиков представляет на суд зрителя работы в технике майолики, фаянса и каменных масс. Это мы эксперименты. Это как бы художник, когда в процессе какого-то творческого что-то ищет, он остается быть художником. Я вот молодой художник еще, потому что я сделал новую для себя технологию. Технологию такой же, как керамика, это эмали, это глазури. Выставка работает только для посетителей зала органной и камерной музыки. На этой неделе здесь выступят участники международного органного фестиваля и сочинский квартет имени Рахманинова. Татьяна Дубовик, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.